Лідовий клуб, дворець спорту, парк в вулиця Хлібна 1, Леонтовича, Центральний парк культури і відпочинку. От так виглядає арена на сьогоднішній день. Це 21 травня у нас сьогодні, вівторок. Реконструкція, ремонт йде повним ходом. Работники здесь Ватліних, окремо Сергій, Ігор Самков, Олег Сацюк, ну, всех, возможно, не перечислю, в общем, процесс идет. Ну, я здесь тоже на легкой атлетике побывал, ну, и заодно, конечно, заглянул с удовольствием оценить, посмотреть и поделиться с вами. Многие спрашивают, что там, как там. Только залили бетон, еще впереди он должен высохнуть, так, и до сентября, где-то так примерно, все, этот процесс будет еще продолжаться длительное время. Так что здесь еще хватает работы всем. Вот так прикольно и интересно. Ну и наши репортажи будут выходить. Смотрите, следите. И Горишка также здесь, да, участвует. Вот кабинка здесь, столик комментаторский. Все на месте. Пока-пока, чао.